Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Набираются автобусы на городские маршруты. Подробности по телефону 8 922 840 0185. Акционерное общество «Почта России» приглашает на работу в городе Оренбурге и Оренбургской области водителей, почтальонов, операторов, кладовщиков, грузчиков и бухгалтеров. Обращаться по телефонам 8 932 841 95 11 или 8 932 533 3902. Октябрьская районная больница приглашает на работу высококвалифицированный средний медицинский персонал и молодых специалистов среднего звена без опыта работы, но с желанием обучения и развития. Стабильный высокий заработок плюс премиальные выплаты. Доставка на работу и с работы осуществляется автотранспортом учреждения. Телефон 8 901 082 53 74. Керамзитовый завод приглашает главного инженера, заработная плата от 65 тысяч рублей, электрогазосварщика от 45 тысяч рублей, а также уборщика служебных помещений, оплата от 25 тысяч рублей. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Телефон 695-333. В магазины «Пятерочка» города Бугуруслана требуются уборщицы. Телефон 8 961 914 5071. Требуется уборщица и дворник. Звонить 28 34 36. Требуются работники на ферму, желательно семейная пара. Жилье и питание предоставляют. Телефон 25 58 58. Требуется менеджер по работе с юрлицами. Зарплата высокая. Телефон 92 12 20. Требуется водитель на автобус ПАС «Развозка». Телефон 90 37 01. Требуется электрогазосварщик. Работа в районе горы Сулак. Работа в цеху без командировок. Обращаться по телефонам 40 40 85 или 8 800 444 22 85. В образовательное учреждение требуются охранники 4 разряда. Телефон 27 15 28. В автосалон требуется уборщица и дворник. Телефон 43 73 73. Компания «Энергосбыт Плюс» приглашает на работу инженеров тепловой инспекции, мужчин и женщин. Телефон 8 922 550 62 58. Требуются строители-отделочники. Работа в городе Оренбурге. Зарплата высокая. Телефон 93 59 88. «Газпром Подземремонт Уренгой» требуется ведущий инженер-технолог, электромонтер, машинист подъемника, бурильщик КРС, помощник бурильщика КРС, мастер по ремонту скважин, помощник мастера по ремонту скважин, а также стропольщик. Звонить по телефону 73 62 80, добавочный номер 125. В компанию «Профметалл» требуется электромонтер, слесарь по ремонту оборудования, водитель категории «С-Е» и водитель на «Газель». Телефон 444 888. Требуются водители автобуса на дачные маршруты с апреля по сентябрь. Звонить 90 73 45. В гостиницу «Нива» требуется горничная, оператор прачечной, а также официант. Обращаться по телефонам 77 52 81 или 8 912 350 08 74. Требуются охранники. Телефон 25 94 93. В крупную строительную компанию требуются водители категории «Б», «С» на самосвал и водители категории «Б», «С», «Е» на тонар. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 427 888.
Требуются продавцы. Зарплата от 30 тысяч рублей. Звонить 96 31 52. В ЖКХ требуются дворники, уборщицы и мастер общественных работ. Телефон 8 922 533 30 01. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Обращаться 96 36 16. Требуется повар и помощник по кухне. Телефон 8 987 851 02 60. В компанию «Склад-сервис» требуются сторож, грузчик-стропольщик и кладовщик. Обращаться по телефонам 23 76 64 или 23 76 71. Требуются охранники. Телефон 49 48 20. В управляющую организацию требуются слесарь-сантехник, дворник, разнорабочий, а также тракторист на экскаватор-погрузчика GCB. Телефон 43 49 94. Требуется электрик. Телефон 69 39 80. Требуются охранники. Звонить 96 48 86. В развивающуюся организацию на постоянную работу требуются электромонтажники, бригадиры, водитель категории Б, С, руководитель проекта, инженер-энергетик в строительстве, а также инженер ПТО. Оформление по Трудовому кодексу. Обращаться по телефонам 500 068 или 8 905 888 27 35. Организации для работы в городе Оренбурге требуется водитель категории Б, Д с опытом работы от 5 лет. Имеется развозка, график сменный. Телефон 8 932 540 2002. Требуются охранники. Оплата до 2300 рублей за смену. Телефон 96 11 76. В строительную компанию требуются подсобные рабочие на стройплощадку. Зарплата сдельная от 40 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 427-888. Требуется администратор в торговый комплекс. Телефон 27-25-05. Требуются охранники. Телефон 23-53-13. В Оренбургстат требуется уборщик служебных помещений. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Звонить по телефону 31 27 23. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.